Всем здравствуйте, меня зовут Андрей Переверзев, вы на канале Круизер. На этом канале я рассказываю о речных и морских круизах и делаю видеообзоры теплоходов. Этот обзор будет посвящен теплоходу Владимир Маяковский, он четырехпалубный, 301 проекта. Посмотрим, как всегда, каюты, общественные помещения. Каюты и общественные помещения я снимал в Санкт-Петербурге. Также я вам хочу показать особенности организации круизов по Каме. Вот сейчас как раз я нахожусь на Каме, в круизе этнографическом, который называется «Легенда Пармы». Посмотрим, как здесь организовано питание, как организована экскурсионная программа. Посмотрим тайгу, хорошую такую прям природу. Мне здесь очень нравится. Надеюсь, то, что вы тоже как-нибудь совершите круиз по Каме, если, по крайней мере, вы еще не совершали его. В общем, пишите в комментариях, какие вам, в принципе, круизы нравятся, нравится ли вам Кама. И до новых встреч, желаю всем приятного просмотра. Некоторые кадры я буду комментировать. Мы сейчас входим на главную палубу теплохода Владимир Маяковский. Всего на нем 4 палубы, не считая нижнюю. Нижняя палуба – это трюм. Вот сейчас посмотрим нижнюю палубу. Здесь расположена трехместная каюта. Все три спальных места расположены внизу. Это главное отличие теплоходов проекта 301 от проекта 302. То, что здесь нет верхних мест. Такой стандартный санузел. Вообще теплоход Владимир Маяковский справедливо отнести к теплоходу эконом-класса, потому что здесь, ну, относительно все-таки не новый ремонт в сравнении с многими другими теплоходами, но тем не менее очень уютное пространство. Вот сейчас мы смотрим главную палубу, главный холл, то есть здесь расположена стойка регистрации. Пройдем в сторону кормы по главной палубе. И вот сейчас будет показана двухместная стандартная каюта. Оба спальных места расположены внизу. Что касается оснащения кают, то здесь есть окно, в отличие от кают на нижней палубе, где иллюминаторы. Кстати говоря, на нижней палубе иллюминаторы не открываются. Вот. И в каждой каюте есть кондиционер, холодильник и все удобства, душ, туалет, раковина. Сейчас смотрим главную палубу, детскую комнату. Здесь проходят развлекательные программы, анимации для детей. Ну, в том плане то, что они играют во что-то, присутствует аниматор, показывает какие-то, может быть, мультфильмы, иногда что-то рисует, что-то пишет и так далее. И вот еще интересно то, что на Маяковском есть фитнес-зал. Я очень не на многих теплоходах встречал фитнес-зал, тем более я никогда не встречал фитнес-зал на теплоходах эконом-класса. Обычно фитнес-зал присутствует на теплоходах люкс-класса, а здесь он очень хороший. Посмотрите, здесь есть практически, ну, все основные тренажеры на основные группы мышц. Это экскурсионное бюро. Здесь можно приобрести экскурсию. Экскурсии не включены изначально в стоимость путевки, поэтому выбираете по желанию. Это сейчас показан вид с главной палубы. В принципе, на главную палубу выйти можно, посмотреть, но гулять по главной палубе на открытой части нельзя. Поднимаемся выше, выше главной палубы средняя. На средней палубе мы сейчас находимся в кормовом пролете. Это сувенирный киоск. Здесь делают продажи и одежды даже, и всяких мелких сувениров. Это не представлено на витрине. Видите, вот пример реальной распродажи. Дальше идем прям в самую корму средней палубы. Ресторан. Собственно, ресторан на Маяковском один. Питание происходит в две смены. Завтрак, обед, ужин, заказная система по меню. Вот давайте посмотрим пример, как организовано питание. Собрали продукты, которые сейчас есть, и приготовили для вас.
На этих кадрах представлены блюда, которые подавались в рамках тематического ужина. Вот эти блюда можно сравнить прямо с обслуживанием на теплоходе премиум люкс-класса. Тематический ужин делают примерно 1-2 раза за весь круиз, а в остальные дни подают стандартные блюда. Вот они представлены на кадрах. Далее продолжим наш осмотр теплохода. Средняя палуба, заглянем в каюту двухместную с двухъярусной кроватью. Она по площади уже, конечно, меньше, чем каюта с одноярусной кроватью, но здесь также есть все удобства: душ, туалет, раковина, кондиционер и холодильник. Посмотрим санузел, он такой же, как и в других каютах. И далее продолжим осмотр теплохода. Пойдем в сторону носовую, носовую часть средней палубы. Здесь расположен салон отдыха. В этом салоне проходят развлекательные программы. Ну, программы, где не требуется большое количество людей. То есть это могут быть какие-то настольные игры, это могут быть игры, там, скажем, в мафию. Вот игра в крокодила здесь проходит. Далее выходим на открытую часть средней палубы. Это прогулочная палуба. Вот если пройти дальше, мы будем уже в носовой части. Это бак теплохода. И можно вернуться, пойти в сторону кормы. Вот, собственно, если дальше идти по прогулочной части, можно весь теплоход кругом обойти. Так, собственно, люди и делают. То есть туристы гуляют вокруг теплохода, наслаждаются рекой, наслаждаются природой. В корме прогулочной палубы расположена зона для курения. Вот она здесь представлена. На предыдущих кадрах мы видели столики, стульчики возле окон. Там люди тоже сидели, отдыхали. Сейчас мы поднимемся выше, на шлюпочную палубу. Она расположена над средней. Значит, начнем обзор шлюпочной палубы с носа теплохода. Это бар. В баре все напитки оплачиваются отдельно, расплачиваться можно наличными, можно по карте. По карте оплата работает тогда, когда есть интернет. Кстати говоря, интернет, ну, ловит не всегда, зависит от того, в какой зоне маршрута теплоход движется. То есть бывает так, что он заходит в такие необитаемые места, где ничего не ловит, поэтому надо к этому быть готовым. В баре можно посидеть, отдохнуть, попить чай, кофе, алкогольные напитки. Здесь часто проходит живая музыка. Бар панорамный, вот большие окна, можно наблюдать также природу, реку, достопримечательные места. Далее пройдем по шлюпочной палубе, заглянем в каюту одноместную. Она, посмотрите, по площади напоминает двухместную каюту с двухъярусной кроватью. Затем лишь исключение, что здесь только одна кровать. Но тем не менее есть также все удобства: холодильник, кондиционер, душ, туалет, раковина. На мой взгляд, вполне комфортное расположение и каюты, потому что она расположена в носовой части, и комфортного размещения, то, что здесь, в принципе, все есть. Она может быть не такая просторная, как некоторые двухместные, но, тем не менее, для одного человека вполне, на мой взгляд, неплохо. Вот те же самые стандартные душ, туалет, раковина. Здесь душ, к слову, льется на пол, да, вот сток, то есть шторка, вот эта шторка здесь представлена, она огораживает унитаз, раковину, и, соответственно, создается такая душевая зона. Теперь смотрим кормовой пролет шлюпочной палубы. Здесь вот такой бюст Владимиру Маяковскому, в честь которого назван теплоход. Лестница, которая спускает нас на средний, поднимает нас на солнечную палубу. Посмотрим самую корму шлюпочной палубы. Здесь расположен бар. В баре проходят тоже развлекательные программы и музыкального, и танцевального характеров. Можно просто посидеть, отдохнуть, попить напитки. Можно дискотеку вечером посетить, потанцевать. На некоторых теплоходах вот в этом месте делается не бар, а ресторан. Таким образом организовывается питание в одну смену. Но на Маяковском решили расширить пространство для организации досуга. Поэтому здесь расположен вот такой интересный бар. Вот пример музыкальных программ, которые проходят, викторин.
Далее пройдем теперь на открытую часть шлюпочной палубы. Здесь можно также гулять, как и на средней. Единственное, она не круговая. То есть вот корма шлюпочной палубы закрыта, а средняя часть, носовая часть открыта. Здесь вот отличный вид открывается с реки. Достаточно высоко, открыто. Вот если солнце, хорошая погода, просто излюбленное место для того, чтобы посмотреть, понаблюдать. Пойдем теперь в сторону кормы. Вот также представлены столики, стульчики, где можно посидеть, отдохнуть. Возвращаемся внутрь теплохода, поднимаемся наверх на солнечную палубу. Здесь расположен концертный зал. Проходят, как правило, здесь вечерние развлекательные программы, музыка, танцы, в общем, какие-то конкурсы, викторины. И днем тоже проходит здесь программа, если это подразумевает собой программа дня. Вот на предыдущем кадре была показана музыкальный вечер, исполнялись песни из известных кинофильмов. А вот это мы смотрим солярий, он расположен прямо рядом с концертным залом в открытой части. Можно позагорать, можно здесь поделать зарядку утреннюю, причем групповую, то есть здесь организовывается специальная программа дня, где можно посмотреть, во сколько здесь что проходит. Вот, как правило, утренние зарядки проходят здесь. Вот пример того, как делается живая музыка, танцы во время того, как теплоход идет по каме. Тоже прекрасное, на мой взгляд, место для того, чтобы отдохнуть. Собственно, на этом обзор теплохода закончен. Мы теперь переходим в следующий раздел. Это организация береговой программы, экскурсионной программы на круизе теплохода Владимир Маяковский. Сейчас будут данные кадры разных достопримечательных мест. Вот это спорткомплекс «Снежинка» в городе Чайковском. Этот комплекс специализируется на 5 видах спорта: лыжные гонки, биатлон, фристайл, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье. Достаточно много соревнований здесь проходило и проходит. Город Чайковский играет значимую роль в спорте, особенно в зимних видах спорта. Вот такие прекрасные виды на Каму открываются, когда теплоход отправляется от Чайковского. Мы сейчас как раз идем от Чайковского до Перми. Река Кама во многом напоминает реку Волга. Такая же широкая, такая же живописная. Но это и неудивительно, потому что Кама является крупнейшим притоком реки Волга. В то же время у Камы достаточно много и собственных притоков рек. В частности, есть судоходная река Белая, судоходная река Вятка, которые являются притоками Камы. Вообще, согласно большинству гидрологических параметров, есть такое мнение, что именно Кама является главной рекой, а Волга выступает в роли ее крупного притока. Речная долина Камы более древняя, и в эпоху оледенения именно Кама впадала в Каспий, в то время как Волга была притоком реки Дон. И современное нижнее течение Волги, по мнению некоторых ученых, является продолжением речной долины реки Кама. Но современная география говорит о том, что все-таки Кама впадает в Волгу, а Волга впадает в Каспийское море. Крупнейшим городом на Каме является центр Пермского края, город Пермь. Также на Каме расположены такие города, как Соликамск, Березники, Сарапул, Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Чайковский, Елабуга и некоторые другие. Интересно, что в рамках круиза можно не просто посетить эти города на теплоходе, но и в некоторых круизах, которые идут под брендом «Легенды Пармы», можно познакомиться с удмуртским и коми-пермяцким этносом. Это такие круизы с этнофестивальной начинкой. На теплоходе в рамках таких тематических круизов включаются этнофестивальные программы. Это показ моды, танцы, игры, викторины, мастер-классы,
дегустация национальных удмуртских и коми-пермяцких блюд. Некоторые из них мы посмотрели на предыдущих кадрах. В общем, туристы могут узнать много нового, получить новое впечатление, удовольствие от такого тематического круиза. Кроме этого, есть и специальная экскурсионная программа. На многих маршрутах можно встретить разные интересные места. В частности, туристы посещают известное село Бураново. Можно посетить это село и попасть в гости к знаменитым бурановским бабушкам, которые когда-то участвовали в международном конкурсе Евровидения 2012 и даже заняли второе место на этом конкурсе. Творческая встреча с бурановскими бабушками проходит очень душевно, звучат песни на русском, английском языках, знаменитые рок-песни на удмуртском. Бабушки рассказывают очень интересные истории. В общем, будет незабываемо посетить это село в рамках экскурсионной программы. Также на некоторых маршрутах есть деревня Карамас-Пельга. Гостей знакомят с историей, бытом, традиционной культурой, нарядах южных удмуртов. Можно встретиться с фольклорным коллективом, принять участие в специальных обрядах, дегустациях национальных блюд, напитков. На маршрутах есть интересный этнографический музей под открытым небом Лударвай. Там встречают экскурсоводы в национальных удмуртских одеждах. Они проводят экскурсии по удмуртским усадьбам с традиционными постройками. Это дом, клеть, навес, амбар, хлев, баня. В усадьбе южных удмуртов можно попробовать удмуртские перепечи и табани с травяным чаем. Туристы посещают единственную сохранившуюся ветряную мельницу на территории республики. Еще одним интересным местом на маршруте тематического круиза «Легенда Пармы» может быть деревня Кукуи. Деревня находится в Воткинском районе, восточной части республики Удмуртия. В рамках экскурсионной программы в деревне туристам предстоит знакомство с удмуртским обрядом, который называется «Сватовство невесты». Также будет мастер-класс по приготовлению блюд, по приготовлению перепечи, я имею в виду. Или можно сделать куклу-оберег в рамках мастер-класса. Туристов угощают национальной удмуртской выпечкой, напитком. Есть возможность также в рамках экскурсии посетить Свято-Никольский деревянный храм, который в народе прозвали «Кижи в миниатюре», и единственную в Удмуртии детскую игровую площадку, выполненную в соответствии с традициями 19 века. Туристы также увидят дом горного начальника Воткинского завода в миниатюре и макет парохода «Астробат». Возвращаясь к географии, к притокам реки Кама, можно выделить еще один популярный туристический объект Урала. Это левый приток Камы, река Чусовая. Чусовая не используется для круизного судоходства, однако в рамках круиза по Каме можно посетить парк истории реки Чусовая. На территории парка имеются тематические экспозиционные помещения, памятные знаки, арт-объекты, посвященные страницам истории района с 16 века по наши дни. Есть экспозиция «Музей похода Ермака в Сибирь». Экспозиция «Крестьянская изба». Она размещается в настоящей избе пятистенки 19 века. Здесь можно познакомиться с бытом, попробовать самостоятельно погладить полотенце с помощью рубеля, покачать люльку, погладить на удачу лапу медведя. Также в этом парке есть сельская лавка, экспозиция «Музей-театр Балаган», сквер защитников Отечества, памятные знаки деятелям искусства, связанным с Чусовой. Вот на кадрах показана бескрайняя тайга. Эта остановка была сделана
после парка «История реки Чусовая» на маршруте к следующему объекту показа, к Каменному городу. Это интересный объект для показа недалеко от Перми. Каменный город. Еще одно название – это чертово городище. Для посещающих это место туристов гиды придумали легенду о каменном городе. То, что давным-давно здесь был красивый город, в котором жили интересные люди. Но у местного короля была слепая дочь, которая единственная не могла видеть красоты этого города. И вот король в печали обратился к колдуну, чтобы тот излечил дочь. Колдун согласился, но с одним условием, что тогда, после излечения дочери, город превратится в камень. Но короля это не остановило. Принцесса обрела зрение, и в то же время в мгновение все дома, улицы и жители превратились в камень. Такая интересная история. Еще одно название этого места – Черепахи. Дело в том, что некоторые скалы напоминают черепах. Вот есть большая черепаха, есть пернатый страж. В общем, такие вот разные названия придумывают скалам. Подходит время к концу этого обзора. Сейчас даны кадры Перми. Надо сказать, что город очень уютный, красивый, живописный. Расположен на Каме, главный город на Каме. Если из Москвы совершать круиз до Перми, то в одну сторону это будет занимать порядка 8 дней, туда-обратно, соответственно, 16 дней. Но для того, чтобы уменьшить продолжительность круиза, некоторые судоходные компании предлагают начинать круиз, например, из Казани. То есть вы доезжаете до Казани, оттуда стартуете на Каму, и такой круиз может длиться туда-обратно около 8 дней. Казань-Пермь. Казань и, в общем-то, всю Каму, все основные достопримечательные места вы сможете посмотреть. Есть круизы и с короткими заходами на Каму, например, круиз Москва-Елабуга-Москва, то есть после Казани, вот такой небольшой экскурс на Каму до города Елабуга и обратно в Москву. Такой круиз длится порядка 12 дней. Ну что ж, теплоход Владимир Маяковский обратно причаливает к Чайковскому. Здесь мой тур заканчивается. Спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам понравился этот обзор. Подписывайтесь на канал и до новых встреч!